В Приморье открывается навигация маломерных судов. Катера уже спущены на воду и в субботу могут выходить в море. На учете в краевом ГИМС зарегистрировано более 35 тысяч маломерных судов. Перед началом навигации владельцам катеров и яхт нужно проверить исправность судна, а при необходимости провести техническое освидетельствование. В кодексе об административных правонарушениях появилось дополнение. Если судно не зарегистрировано, либо отсутствуют необходимые документы, его должны поставить на площадку временного задержания. И городская служба спасения, и краевая, и ДВР ПСО. Также все суда ГИМС, мы с 15 апреля, все на воде и все готовы в случае необходимости оказать какую-то либо помощь, либо консультацию.